у меня стрит. Я такая жизнь не по карману. Просто везет. Я еще дам тебе шанс отыграться. Вы с нами, босс? Надо обсудить дела, Поле. Парни, есть проблема. Наш человек из судмедэкспертизы прислал это. Фамилия трупа – Гиллотти. Узнаете его? Да. Один из уродов, которых мы прикончили. И у него в башке оказалась пуля? Да. Наша работа. Ну, копы пусть нам спасибо скажут. Он же насильник, босс. Да? А еще он сын городского депутата. Хотите, чтобы политики пришли к Морелло? Продолжайте убивать их детей. Это не все. В машине был еще один парень? Да, но он уже был мертв. И кто он? Племянник президента? Двойной в голову, Поли. Любое дело делай до конца. Он выжил? Да, хотя и провел неделю в больнице Святой Марии. Сможет он опознать кого-то из вас? Не знаю. Наверное. Ясно. Так. Мы убьем двух птиц одним ударом. Похороны в храме Святого Михаила. Сэм, ты пойдешь туда, проследи за везунчиком и успокой его. И как я его узнаю? Он похож на человека после автокатастрофы. У него рука сломана. Ищи гипс. Нужно как-то отвлечь их, пока Сэм будет прибирать за вами. Томми, надо фитиль обмакнуть. Это бордель? Мужской клуб рядом с храмом Святого Михаила. В последние годы Дон вложил туда немало средств. Мы с Эмом тоже. Однако хозяин вдруг решил вести дела с мистером Морелло, а не с нами. Я должен напомнить ему об обязательствах? Да. А затем все взорвать. Что? Если Морелло хочет забрать мой бизнес, оставим ему руины. Слушай, Том, мы не можем отправить Поли или Сэма, их там уже все знают. Они не попадут даже на порог, а вот ты пройдешь спокойно. Ясно. Что насчет хозяина? Нужно найти и убить его. Если шлюхи заметят, что ж, будет им уроком. Разберешься с хозяином, поднимись к нему в кабинет. Забери оттуда все документы и деньги. И установи взрывчатку. Винченцо даст тебе все, что нужно. Уверен, что взрыв отвлечет их внимание? Да. Но будь осторожен. Стрелять можно только, когда тебя не видят. Томми, еще кое-что. Одна из девочек сливает Морелло сведения о наших делах. Сначала разберись с ней, а уж после устраивай взрыв. Томми, нужно грохнуть девку? Да ладно, Фрэнк. Жаль, что это придется делать Тому, но нужно защитить семью. Ее зовут Мишель. Обычно она работает наверху. Ее фото есть в папке. Парни, вам все понятно? Да. Там. Понятно, босс. Выполняй. Давай, пошли. Это на них не похоже оставлять столько следов. Ты считаешь, мы ошиблись? Пройди к Винни, я здесь подожду. Думаю, он должен заслужить доверие. Это точно. Я в него верю. Мне тут напели, что тебе нужно фейерверк устроить, да? Ты бомбу-то будешь брать или нет? Ты думаешь, этот бордель сам на воздух взлетит? Возьми чертову взрывчатку! Полапаешь там телочек за дядю Винни, а? Не сегодня, Винни. Есть разговор. Садись. Погоди, не уходи. Ты должен меня выслушать. Насчет девчонки. Мишель? Да. Я не прошу тебя убивать ее. Пусть она просто исчезнет. Этого достаточно. Ты ее знаешь? Да, был с ней пару раз. Она неплохая, Том. Даже, можно сказать, хорошая. Просто глуповатая.
Ну, короче, не заслужила она, чтобы ее убирать лишь за то, что она любит слушать мой трёп. Думаешь, она свалит? Когда поймет, что иначе ей не жить, конечно, свалит. Вот Сотня, передай ей, чтобы она могла убраться подальше. Ладно, Сэм, я постараюсь. Большего не прошу. За дело. Мишель, это та девчонка с гоночной трассы, да? Том, мы сейчас говорим о ней в последний раз. Самый последний. Я озвучил тебе свое предложение, ты выслушал. Хватит об этом. Хорошо. В отеле действуй с умом. Не привлекай к себе внимания, пока не найдешь хозяина. Он думает, что он неуязвим, так что ты без труда к нему подберешься. Что еще я должен знать? Это все. Только ты не затягивай. И Лотти помер молодым, так что речи толкать будут недолго. Когда бомба взорвется, я сделаю свое дело. Ясно. Что за жизнь такая? Ты облажался, и тебя посылают в бордель. А я вынужден почищать за тобой на похоронах. Скажи, разве это справедливо? Это всего лишь работа. Тоже мне профи. На этот раз постарайся сделать работу до конца. Давненько я в храм не заходил. Подозреваю, тамошний репертуар не изменился. Последний раз они пели то же самое, что и в моем детстве. Знаешь, ты не больно-то похож на верующего. Это были похороны, Том. Как и всегда. Будто у всех вокруг одно развлечение – палить по членам семьи. В какой-то момент мы хоронили ребят так часто, что я почти перестал ходить. Скучно там, на похоронах. Это странно. Одеваешься-то ты всегда как на похороны. Неплохая шутка, Том. Запиши ее. Спасибо. Обязательно. Вот свадьбы. Это уже повеселее. На свадьбу я бы сходил. Ты там не планируешь? Ну, возможно. Вот и хорошо. А то я более устал ждать. Этот парень не сможет склеить девку, даже если весь клеем обмажется. Он еще встретит кого-нибудь. Том, даже его мамаша оставила всякую надежду. Оставь и ты. Здесь останови. Я передам семье твои соболезнования. Удачи. И тебе. О приличиях, ладно? Эй, красавчик, тебе девочку или выпивку? А может, и то, и другое? Девчонку. А еще у меня есть дело к управляющему. Ну, с девочкой я помочь могу. Пойдем. Выбери ту, что понравится, и наверху вы познакомитесь поближе. Не спеши. Выбери рюмочку, расслабься и развлекись как следует. Добрый день, сэр. Будешь готов, дай знать. Мне надо поговорить с хозяином. Пройдите в комнату отдыха. Полагаю, вы от наших новых деловых партнеров. Вы знаете Мишель? Я знаю лишь тех девочек, которые стоят за вами, сэр. И свободны только они. Я обожаю это. Я ищу Мишель. Где она? Сейчас свободны только вот эти девочки. Выбери себе кого-нибудь. И не суетись. Не возьмешь мне выпить? Боюсь, что я ищу другую. Ты знаешь Мишель? Я новенькая, никого не знаю. Как
же мне без тебя жилье оплатить, красавчик? Вижу, ты немного нервничаешь, но не бойся, я тебе все покажу. Я ищу Мишель. Ты ее знаешь? Да, она пользуется спросом. Запишись у того парня за стойкой. К Мишель надо выстоять очередь. Мы можем просто поговорить. Если больше ты ничего не хочешь... В комнату входить только с клиентом, не раньше. Ладно. Ты знаешь правила, Дотти. Мишель сегодня здесь. Сейчас проверю. Да, но сейчас у нее клиент. Если вам нужна Мишель, придется долго ждать. У нее клиенты на весь день расписаны. Центральная 17.02. Ему плевать, ты нужна на работе. Он умирает? Значит, перебьется. Ты должна быть здесь. Оставь его с соседкой, если придется. Ты наша лучшая девочка. Босс хочет, чтобы ты развлекла его новых покровителей. Ему нет дела до того, что твой ребенок болеет. Ты должна явиться на работу немедленно. Тачки в полушубке из меха, стоя по щиколотку в снегу и не чувствуя ног от холода. Ты Мишель. Тебе-то что? Знакома с парнем по имени Сэм? Возможно, много кого зовут Сэм. Ты его знаешь. Работает на Дона Сальери. Возможно, ты выуживала у него сведения о наших делах. И, возможно, Дон Морелло заплатил тебе за ценную информацию. Нет, Сэм не верит. Я молчу, и он это знает. А Дон теряет ему денег, потому что кто-то не держит язык за зубами. Я только посплетничала с кем-то из девчонок Морелло. Я не хотела ничего плохого! Простите меня! Скажите Дону, я буду держать рот на замке! Я знаю. Простите! Прошу, простите! Страшно тебе? Слава, всегда помни о страхе, который чувствуешь сейчас. Помни о том, как твоя жизнь висела на волоске. Еще хоть раз покажешься в этом городе, тебя найдут с парой дыр в затылке. Ты поняла меня? Радуйся, что у Сэма доброе сердце. Давай одевайся и вали, скоро здесь все взорвется. Спасибо. Исчезни, и мы будем в расчете.
Это еще кто тут у нас командует? Босс старается подружиться с новыми друзьями. С чего бы? Когда эти друзья придут к тебе с Томми в руках, постараешься и ты. Сотрудничество отеля Корлеоне и семьи Морелло будет долгим и плодотворным. Если вам нужна девочка, вернитесь к бару. Там они непременно вас развлекут. Если вам нужна девочка, вернитесь к бару. Там они непременно вас развлекут. Если вам нужна девочка, вернитесь к бару. Там они непременно вас развлекут. Пойти посмотреть. Бандитские разборки! Вызовите полицию! Господи!
мать. Ни хрена себе. У нас стрельба и взрыв в отеле Корлеоне. На крыше потеряна. Похоже, он ушел. Как бы низко мы ни пали, смерть — это искупление для нас. Уильям был грешником, верно? Но также он был любящим сыном, заботливым братом и верным другом. И во имя этих качеств мы помолимся о спасении его души. А сейчас, я думаю, ближайший друг Билли хотел бы сказать пару слов. Спасибо, отец. Я хочу отдать дань уважения. Билли, я никогда не говорил, но ты был мне как брат. Бог знает, сколько раз ты выручал меня в передрягах.
Не знаю, как я буду. Что вы здесь делаете? Стойте. Это ведь он. Тот гад, что убил Билли. Пожалуйста, хватит. В чем это Билли был замешан? Все сюда, живо! Остановить это! Думаешь, мне это нравится? Что вы наделали? Убийство в Доме Божьем? Они преступники, отец. Воры. Насильники. Убийцы. Но Господь принял бы их. Попроси они о прощении. Может быть, они могли бы помочь бедным во искупление своих грехов. Или могли спасти чью-то жизнь. Не могли бы, отец. Ох ты, мразь. Если хочешь исповедаться, лучше поторопись. Хватит крови, прошу! Простите, отец. Можете считать это божественным возмездием. Теперь мы квиты? Да. Пока что. Это компенсация. Мне не нужны грязные деньги. У них вы взяли. Как по мне, особой разницы нет. Это за то, чтобы залатать тут дыры от пуль. И за ваше молчание. Копам скажете, что у стрелков был акцент с восточного побережья. Откуда-то издалека. Ясно? Я не буду лгать. Просто ничего не скажу. Ладно. Мы бы очень не хотели возвращаться. А ты где был, твою мать? Их парни узнали меня, едва я зашел внутрь. И тут же выставили из цеха. И где они сейчас? Там же, где и эти. Пошли! Надо убираться отсюда. Сюда приперлись остальные! Парни, отцепите цеха! Не дайте ему выбраться! Они! Ты издеваешься? Конечно, пройти, поискать другую тачку на рации. Он отзываемый за участник в угнали катафалк. Повторяю, катафалк. Да, денек выдался богатым на сюрпризы. Ты веди, а то и правда на кладбище уедем. Мы его найдем. Награждение установлено. Подтверждаю. Подозреваемый замечен. Чтобы прямо
охренели от того, что ты устроил в борделе. Да, там ад творится, но я все сделал. Вообще все? Да, вообще все. Еще не отстали? Вроде нет. Должно быть, собрали всех легавых в городе. Жми их, Томми! Сбрось их! Стараюсь. Постараюсь забыть этот день как можно скорее. Не говори. Давай вернемся в бар. Надо залечь на дно. Судя по всему, отлеживаться мы будем очень долго. Не парься, священник будет держать рот на замке. Мы надрали за Адмарелла. А тебя с поля уже не обвинят в убийстве сына Гелотти. Все, босс будет доволен. Спасибо, что помог мне. Я уж было думал, мне крышка. Ты бы сделал для меня то же самое. Знаю, но когда понимаешь, что жизнь на волоске... Господи, до чего паршивое чувство. Мне-то можешь не рассказывать. Просто не думай об этом. Вообще ни о чем не думай. Это самый главный мой тебе урок.